Костя. Фамилия? Бландо. Я у дедушки и бабушки был. Вот, здесь живут. Страшно было, конечно. Интернет нет, информации нет, связи нет. Вот. Россия нам, ну, мне очень помогла, я думаю, как граждане России. Франция, как-то ситуацию плохо понимали. Вот, и хорошо, что у нас Россия помогает. И поеду обратно в Париж. Надо туда, там объяснить ситуацию, какая здесь. Ситуация плохая, и там новости. Не очень говорят о ситуации. А в консульство французское вы звонили? Да. И не помогли? Ну, видите, где сейчас здесь, Россия помогает. А Франция ничего не организует. Вам Костя, а что вот подумали, когда услышали, что российские миротворцы заходят? Ну, я был рад. Понимаю, что уже будет чуть получше ситуация. Вот это была хорошая и позитивная информация. И я не думаю, как говорят во Франции, что это плохо, что русские прибыли. Это помогает страну и ситуации, и граждане России. Я отдыхал, дедушка, бабушка. Ну, страшно, стреляли, непонятно. Вот, сидел дома, информации нет. Я позвонил в посольстве, нам все сказали. Вот, и поехал сюда. Все очень просто было. Хорошо. Ну, хорошо уже, хочу уехать и отдыхать нормально. Вообще, я очень рад, что нас взяли. Вот, своих не бросаем.